небольшой. Если у вас свой пруд или свое море, вы можете сделать небольшой такое приспособление, которое вам обойдется очень дешево. Для ограждения чего-либо вам нужны буи на воде. Вот один из этих буев — настоящий лайфхак. Вот, крупным планом вот показываю. Для тех, кто знает, все понятно. Для тех, кто не знает, это бывшее в употреблении, а теперь находится вот такой лайфхак. То есть берется газовый баллон, к нему приваривается цепь, там ухо, вот, и получается вот такой замечательный буй, очень прочный и серьезный. Так, в результате вот они все эти буи, вот они, весь пляж с обоих сторон речки огорожен вот такими вот замечательными штуками. Вот. Но тоже есть свой резон, как бы, потому что, может быть, для эксплуатации по прямому назначению, в виде газового баллона он уже пришел в негодность. Ну, вот. Вещам не дали пропасть, и они вот теперь играют вот такую замечательную роль. Вот. Такой. Вот такая вот хитрость. Я бы не сказал, что это маленькая хитрость. Очень даже замечательная. Весь пляж вот сделан вот такой вот. Хотя все знают, что, допустим, вот я был на Черном море, там и обычные пластмассовые канистры проходят. Но здесь вот это официальный буй.